Стимулом для добрых дел называют студенты колледжа искусств участие в благотворительной акции «Спаси ребенка». 20-й юбилейный концерт собрал вместе ценителей мировой классики. Полина Кузьмина, девочка, которой в этом году было посвящено музыкальное событие, тоже мечтает стать музыкантом. Последние минуты перед началом концерта всегда одинаково волнительны, как для участников, так и для их педагогов. Учащиеся старших курсов отмечают, один раз поучаствовав в благотворительной акции, возникает потребность делать это снова и снова. Дети, которым ежегодно посвящают свои выступления юные музыканты, как правило, становятся их друзьями. Каждый раз достаточно волнительный и хочется подарить незабываемые впечатления как для самого ребенка, так и для публики, для родителей, чтобы проникнуться в эту атмосферу, в ощущение самого концерта и, собственно, эту радостную пару. Каждый выступающий на сцене в этот концерт каждый год чувствует ответственность в первую очередь и какую-то вклад в само дело. Благотворительность – это все-таки благородное дело для каждого человека. К акции каждый год присоединяются новички, учащиеся первых курсов. С подопечной этого года Полиной Кузьминой ребята познакомились заранее. По их признанию, любовь девочки к музыке и рвение, с которым она идет к своей заветной мечте, так же, как и они, стать музыкантом, покоряют с первых минут общения. Я впервые вижу такой энтузиазм в помощи детям. Я не могу описать те чувства, которые происходят на сцене. Мы долго отбирали номера, долго готовились к этому мероприятию. Полиночка – это замечательная девочка. Она хочет прикоснуться к этому миру искусства, к этому прекрасному миру музыки. Она хочет заниматься, и видно то, что она полна энтузиазма. Концерт начался с композиции, которую подарила зрителям сама Полина. Для нее этот момент торжественный и важный, ведь девочка впервые играет со сцены. Но каждый из зрителей уверен, это только начало. И у Полины, если постараться, получится стать профессионалом. Ну а деньги, собранные для нее организаторами благотворительного концерта, помогут в этом.